От диагностики до лечения 15 дней. По такому стандарту будет работать Центр амбулаторной онкологической помощи на базе 11-й горбольницы. В Министерстве здравоохранения надеются, это поможет снизить смертность от рака. Достигнуть смертность от болезней новообразований – это 185 случаев на 100 тысяч населения. Все, точка, вот одна цель у этого проекта – достигнуть вот такой позиции через 5 лет. Тенденция к снижению есть, мы знаем о наших слабых местах, работаем в этом направлении, динамика положительная есть. Центр амбулаторной онкологической помощи откроет по национальному проекту здравоохранения. В новом медучреждении будут не только обследовать. Здесь же смогут лечить новосибирцев с нетяжелыми патологиями. Остальных отправят в онкоцентр. Кроме того, в Новосибирске на базе центральной клинической больницы появится современный сосудистый центр. В нем будут лечить жители Советского района из Китима и Бердска с инфарктами и инсультами. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!